Всем привет, друзья! У нас сегодня 15 января 2024 года. Мы сейчас едем за одной очень важной посылкой. Подарочек там Юле на день рождения. Завтра у нее день рождения. Наступающим. Погода у нас сегодня замечательная. Наверное, ноль, даже будет плюс один. Все подтает, а ночью будет опять минус. Сижу, жду супругу. Вот уже должна скоро выйти. И нам надо ехать на ЖД вокзал. Встречать посылку. Поезд через где-то 40 минут. 45. А это уже будет, конечно, подарочек. По сути, никто не знает о нем. Ну, так захотела любимая. Пускай это будет подарок. А вот и она идет. На массаж ходила, я ее жду. Вот и я. Массажировали все? Да. Включай. Все, едем. Поехали быстро. Потихоньку катимся, пробочки. Городоцкая, вот уже у нас еще чуть-чуть и поворот будет на ЖД вокзал. Стоим вот в пробочке. Еще чуть-чуть и подарочек. Уже 23 минуты осталось. Ну вот уже и вокзал. Тут вот движняк. Так, ну машина. Оставили вот так вот. Тут военных много. Так, у нас третья платформа. Третья платформа. Запорожье, Львів, 12:24. П'ятий? Дев'ятий. Ось такий залізничний вокзал. Оце, мабуть, кудись в Європу, так, їде? Чого? До Львова? Оце. Конечно. А, это ближче. Ось, бачите, медико-психологічна допомога. Ось зараз вже запорожський поїзд під'їде. Ну, это не наш, это какой-то Интерсити. Рев. Кривий Ріг. Кривий Ріг. Ну, так, оказывается, це наш потяг. Дев'ятий. Ось це було все. Я давала їх. Давайте що, куди нам стати, щоб ми вам тут розрахували? Вставайте сюди. Де він? Тут так? Да, коробці. Ой, ось він. Подарунок, посилочка. Покажи. Боже! Боже! Ще не їде, є? Там 5 хвилин. Зараз я дзвоню їй. Так. Так, ось Юля розмовляє. Все, до побачення. Дякуємо вам. Все. Я вам подзвоню ще, як буду вдома, добре? Все. Все. Погнав. Ось.
Шановні пасажири, пошли. Ой, такая прелесть. Красивая краска. Машину поставил подальше так. Ой, типа зимой. Садитесь. Вот такая вот красота на фоне другой красоты. А у нас погода сегодня все тает ужасно. Тоже тянемся, пробки, но уже еще чуть-чуть осталось. Он спокойный, сидит. Вот как он облизывает, да? Какой он добролюбивый. Вот тизи. Ну все, мы уже поворачиваем почти домой. Один светофор. Все. Огурчик. Все. Огурчик. Сейчас будем снимать как знакомство Лолы Ричарда. Так. Первый ряд. Пока они все еще спят. Вот Лолочка. Смотри. Смотри, кто это. Видела. Смотри, как она ему рожится. Он думает, это ее щеночек, а он думает, это ее мама. Его. А Ричард не мавкает. А, Лола. Ой, а вон. А ну. Отойди, отойди. Ай, ты мой сегодня. Такой, конечно, чуть опасается. Ну, конечно. Вот он здесь. Ричард? Он еще не видит. Ричард! Пеленочку, да. Хай на пеленочку понюхай. Лола, ты не обижай маленького. Лола! Сейчас дадим корм тебе, подожди. Лола аж подавилась. Все, вот он кушает. Кушает корм. А еще придет Маша. И будет, блин, вообще, я засниму тоже ее реакцию. Она уже звонила, блин, узнавала. Приехала собачка или нет? Слушай, амурчик везде лазит, все грызет. Это такой активный. Вот уже разыгрывается, уже лежачок вот ему постирали. Ему надо новый, он не будет. Ричард его уже тоже принюхивает. Лола, фу. Нельзя. Амурчик. Ну, в общем, вот такие вот. Подождем, пока придет Маша. Смотрим на ее реакцию. И на его хвостик, смотри. Просто. Вот нашего амурчика. Германский шпиц померанский. Да, померанский шпиц. А что Джерман написано? У него даже чип есть, можно пробить. Да. Вот. Паспорт ветеринарный. Паспорт он записан у нас как вот он. Это прививки. Святой Амур, да. Сант-Амур. Ну и мы уже его и оставим, Сант-Амур. Все тянет в рот. Все тянет, что находишь. Сейчас все разведает. Ой-ой-ой! Ну, вообще, вот бачите, он уже разыгрался. Уже все нормально. Лола это. Ну так. Пока еще хапкает на него. Ну вроде она его отпустит. Примет. Точнее. А вот Ричард так еще пока шипит. Она, он к ней вообще, он к Ричарду бесстрашно. И Лола такая сейчас перевозбужденная.
ней подлазит, хочет взять вкусняшку, она на него рычит. Это я ему маленький дал кусочек. Лола и святой Амур. Да, аппетит у него хороший. Кушает даже и мармелад. Такое у нас зверинец. Сейчас придет Мария. Посмотрим на ее реакцию. Жили у бабуси два веселых шпица. Один рыжий, другой белый. Два веселых шпица. Лола на него гавкнула, Наташа. Попадает на территории. Опа-па! Алита. Пока еще не привыкли друг к другу. Вот, Амурчик сейчас первые разы мы услышали, как гавкать стало, хочет поиграться. Вот такая. Что-то он ей там говорит. Эй, все, это мое дело. Хочет. Вот и наша Маша пришла. Лола побежала ее встречать. Тихо, бежал. Сейчас реакция будет на Амурчика. Так, Лола. Лола, Маша. Я сама за него переживаю. Ну как, Маш? Классный. Ну, в общем, вот так вот. Какой красивый. Я не могу. И что он там?